Добрый вечер, в эфире телекомпании «Город», программа «Подробности». В такую погоду только и думаешь, как не заболеть. Когда рядом постоянно кто-то чихает, сморкается и не расстается с таблетками, шансы заразиться гриппом увеличиваются. Поэтому сегодня в нашей студии советы будет давать Владимир Мартынов, заведующий кафедрой инфекционных болезней. Буквально сегодня вы принимали участие в брифинге, который был посвящен как раз вопросам профилактики гриппа. О чем говорили? Ну, речь в первую очередь шла о эпидситуации в Рязанской области, на территории Рязанской области, о повышении, сезонном повышении заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ну, это традиционное, стандартное повышение, скажем так. Я сразу спрошу, волноваться стоит, потому что средства массовой информации, блогеры, они как бы нагнетают немножко ситуацию. Вообще, мы всегда должны быть готовы к оказанию помощи такого рода пациентам, больным гриппом и ОРВИ. Ну, так же, как к снегопаду, впрочем, это что зима приходит неожиданно, так же, как и грипп приходит неожиданно. Значит, опасаться, ну, ситуация такая официально. У нас по официальным данным, пока мы не превысили на территории Рязанской области, не превышен эпидпорог, который бы позволил сказать, что у нас имеется сезонная эпидемия. Но мы близки к этому. Значит, это одна сторона вопроса. Значит, по поликлиникам, по госпитальным базам отмечается повышение числа обращений больных с гриппом ОРВИ. А кто чаще обращается, маленькие или люди постарше? Ну, я являюсь специалистом взрослой инфекционной службы. Я думаю так, что чаще, конечно, дети обращаются, поскольку там больше контактов в местах массовых скоплений, это в первую очередь школы. А вот мы, взрослые, сами усугубляем ситуацию, потому что, несмотря на симптомы, продолжаем ходить на работу, обстоятельства складываются так. Что посоветуете в этом случае? Сразу советы. Это неверно. Во-первых, нужно обратиться к врачу, к специалисту. Форма обращения может быть разная. Можно обратиться на этапе догоспитальном, то есть уровень оказания медицинской помощи. Поликлиника, ну, или скорая помощь, или поликлиника, скажем, санитарной части какой-либо. То есть нужно обратиться к школьному врачу, скажем, если речь идет о школе. И есть уровень оказания медицинской помощи госпитальный. То есть лучше все-таки обратиться к специалисту, который позволит поставить диагноз, уточнить его, по крайней мере, больной может вообще сам себе диагноз поставить. А покажите действительно примеры, на которые стоит обратить внимание. У определенных пациентов, определенных категорий, которые имеют так называемые факторы риска, грипп может протекать тяжело и даже крайне тяжело. Из-за чего? Из-за развития тяжелых осложнений. Ну вот один из наших клинических примеров. Я только недавно, что называется, от постели больного. Пациент 33 лет обратился к нам за медицинской помощью в конце декабря месяца. Но обратился поздно. Это где-то был 5-6 день от начала болезни. Он лечился амбулаторно. Принимал противовирусные препараты, но не высокоэффективные вот на том этапе. Но у него были факторы риска ожирения и сахарный диабет второго типа. Тяжелейшее осложнение гриппа – вирусная пневмония или вирусно-бактериальная пневмония, которая сопровождается развитием осложнения острой дыхательной недостаточности. Это очень тяжелое осложнение, которое требует реанимационных мероприятий. Но вместо того, чтобы идти к врачу, что мы делаем? Включаем интернет и смотрим бабушкины советы. И самодиагностика, она не везде хороша. Даже если ты, скажем, являешься специалистом и врачом. Часто лучше запускаем так, что уже очень трудно исправить. Давайте сразу о страшном, потому что только так можно привлечь внимание. Ну, все дело в том, что вот те пациенты, которые у нас лежали раньше, вот в период первой волны пандемии свиного гриппа, например, те, которые и в последующем к нам поступали, тяжелые больные, это те больные, которые, как правило, не соблюдали вот такие рекомендации, как вакцинацию. Несмотря на то, что вот как раз этим больным она должна была быть проведена, они не своевременно обращались за помощью медицинской, лечились самостоятельно. Они не принимали нормальных, хороших, эффективных препаратов, ну так их назовем. А те больные, которые начинают это лечение рано, которым ранее проводилась вакцинация, у них, как правило, грипп, если он возникает, он протекает легко, если вообще возникает. То есть это очень важный момент, очень важный момент. Кстати, эти рекомендации, мы ничего тут нового не откроем. Они давайте напомним. В первую очередь, это вакцинация предсезонная. То есть вакцины, которые содержат все необходимые элементы, антигены, соответствующий набор антигенов, который позволяет развиться, сформироваться иммунитету эффективному. Вторая часть профилактики неспецифическая. Там есть раздел химиопрофилактики, могут приниматься препараты определенные.
и могут приниматься иммуномодуляторы некоторые. То есть вот есть, так сказать, такая составляющая. Растительные препараты некоторые. Далее прогулки, здоровый образ жизни, защитные меры, избегать скоплений массовых каких-то мероприятий. С этим вот сложно, период. Особенно если сложно. Утро начинается с троллейбуса, а понимаю, продолжается контакты, день уже, вот да, все время контакты какие-то. Контакты в общественном транспорте, контакты, ну вот скажем, почему вот подъем заболеваемости, вот сейчас прошу, это контакты, новогодние мероприятия, каникулы, елки, то есть скопления, обмены контактов, контактами, контакты многочисленные. Неожиданные часто. Это приводит к тому, что это риск заражения, иначе говоря. Когда иммунный дефицит возникает, мы тоже начинаем принимать какие-то витамины, препараты. Есть препараты, ну, скажем, среди препаратов, которые позволяют защититься от гриппа, по крайней мере, минимизировать его клинические проявления, возможно, если произошло заражение. Например, контактные интерфероны. Есть препараты, которые применяются интраназально в виде спрея или капель. Такие, например, как грипферон, ингарон и их аналоги. Значит, есть препараты, которые являются индукторами или стимуляторами выработки эндогенного интерферона. Нередко применяют такие препараты у детей, например, с целью профилактической. Либо прием препаратов внутрь, которые являются индукторами эндогенного интерферона. Препаратов таких, как, например, циклоферон, анаферон, эргоферон. Решение о назначении того или иного вида терапии должен все-таки принимать врач. Есть растительные иммуномодуляторы. Ну, у всех на слуху, например, препараты женьшеня растительные, препараты хиноцея, препараты китайского лимонника. Они в разной форме могут применяться. Вот не надо ими пренебрегать. Потом здоровый образ жизни, купание, физическая активность достаточная. Я до сих пор каждый раз, наверное, когда вот мы с вами беседуем, вспоминаю одного из вот моих соседей по моему подъезду. Я смотрю, он довольно приличного возраста, но ведет суперактивный образ жизни. Лыжи, плавание, тренажерный зал, нормальное питание, следит за собой. Следите ли за своим здоровьем вы сами таким образом? Лыжи, питание, прогулки, ну, и прочее? С лыжами у меня не всегда получается, но со всем остальным мы все стараемся. У нас группа наших специалистов, вот с нашей клинической базы, я тоже к ним подтягиваюсь, у них по расписанию лыжи, бассейн. Вдруг я неожиданно, ну, я вот достаточно часто посещаю бассейн, неожиданно замечаю, что вот, оказывается, они тоже плавают. Нынче такой, так скажем, тренд, надо быть здоровым. На какие симптомы в первую очередь стоит обратить внимание, что нехорошие все-таки звоночки? Это в первую очередь повышение температуры различной степени, это зависит от тяжести. Она может быть и невысокой, 37,1, ее называют субфибрильной, или высокой, 39-40. Значит, дальше проявления такие, как головная боль, слабость, боль в глазных яблоках, мышечные боли. Это все именуют как синдром интоксикации, то есть комплекс симптомов. И вслед за этим достаточно быстро на следующий день или через несколько часов появляется так называемое катаральное явление. Насморк может быть, чувство соднения или першения, задние стенки глотки, сухой кашель, явление так называемого трахеита. Понятно вам, наверное, о чем речь идет. Бронхит, а затем кашель может приобретать влажный характер. Температура обычно 4-5 дней, может быть, чуть больше, чуть меньше держится. Это зависит от тяжести. Есть такая формула, всем известная, грипп, который протекает с температурой свыше 5 дней, вероятно, не грипп. А если это грипп, то это осложненный грипп. Кашель может быть болезненным, сухим, вплоть до рвоты у некоторых больных. То есть вот такого рода явления отмечаются. Ну, самое-то, вот все это можно пережить, главное бы не было бы осложнений, вот что важно. Осложнения возникают у пациентов в так называемых полярных возрастных группах, у маленьких детей и у пожилых пациентов. Вот там надо ориентироваться на возможность осложнений, поэтому на них особое внимание обращается. Хотя, возможен грипп тяжелый у лиц, которые не ослаблены. Кстати, известно, что у спортсменов на пике спортивной формы возникает иммунодефицит. Вот на это обращается внимание. И они подвержены инфекциям. Кстати, о спорте, если говорить, там должна быть физкультура. А спорт – это уже раздел такой больше квалификации. Более серьезный, да. Более серьезный. Может быть, профессиональный спорт. Вот там уже, если это профессия. Хорошо, что доктора заботятся о нашем здоровье, но не очень хорошо, что мы сами его запускаем. Спасибо за эти 10 минут. Если вы что-то пропустили, уважаемые телезрители, смотрите нас на сайте город62.tv. А на сегодня все. До встречи.